выглянуть в окно и улыбнуться. У врачей и пациентов Щелковской областной больницы появился такой яркий источник позитива – настоящая новогодняя елка. Она установлена у хирургического корпуса, временно перепрофилированного под ковид-госпиталь. И на днях у елки прошло первое новогоднее мероприятие. Глава округа Андрей Булгаков с коллегами пришел поздравить и поблагодарить медработников. Я посчитал нужным в этом году, такого не было, сделать именно на территории нашей больницы елку, установить, и чтобы, проходя на работу, с работы, и все, кто посещают соседние корпусы и лечатся здесь в непростой ситуации и работают, могли хоть чуть-чуть окунуться в новогоднее настроение. Я вас от всей души поздравляю с наступающим Новым годом, благодарю за то, что вы делаете все, ценю. Отверженному труду вы спасаете людей, берегите себя сами, выполняйте все рекомендации, требуйте от больных то же самое. Вот всего-всего самого хорошего в новом году и не заболейте. Часто люди приходят с жалобами, с предложениями или с одобрением чего-либо. Вот я могу констатировать тот факт, что ваш адрес сегодня только слова благодарности. Спасибо вам большое. Это наибольшая оценка наших жителей. И берегите себя. В этом году новая коронавирусная инфекция была диагностирована почти у 20 тысяч щелковцев. Каждый месяц около 300 человек лечились в стационаре и сотни дома под наблюдением врачей. Какая же елка без подарков? В знак признательности и благодарности их передали не только сотрудникам областной больницы, но и, что важно, их детям, которые дома ждут мам и пап, пока те спасают жизни людей. И даже в новогодние праздники люди в белых халатах и защитных комбинезонах будут на рабочих местах. В заключение мероприятия глава и депутаты украсили новогоднюю елку на территории больницы особенными шарами. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.